Стас затыкает уши, видать, чтобы не слышать и не видеть вот, посмотрите, всего, что происходит. Затыкает второе ухо, чтобы не видеть, точнее, не слышать, что это. А вот, кстати, клавишник тоже заткнул что-то, вот, уши заткнул, чтобы не... Видимо, они специально затыкают, чтобы по ощущениям, да, по чувствам, чтобы, то есть, чтобы не видеть, музыка не мешала, происходит. Чтобы... А, это погрузиться в себя. Да, чтобы внутрь себя войти, почувствовать. Может, это специальные серьги? Ну, звуковые. Может. А туда просто сигнал, электрические сигналы поступают. С Марса. Да. На мой взгляд, Стас сыграл просто профессиональную гитарную фишку. Марсианский стиль чувствуется, да? Какой, мексиканский? Марсианский. А, марсианский. Да. Чувствуется. Марсиканский. Марсиканский, да. Или миксеранский. Миксеранский. Чувствуется такой южный вулканчик где-то там. А вообще, ребята, сильные музыканты. Вообще, ребята. Ребята, хорошие ребята. А, это, я догадался, это часть концерта. Ясно. Это тоже третья тема пошла уже. Я узнаю ее. Да. Я узнаю ее, да. С четвертого альбома. Да. С моего любимого. Так, вышел барабанщик, это, по-моему, началась четвертая композиция. Посмотрите, они отворачиваются, как профессиональные музыканты к барабанщику. Профессиональные космонавты, да. Капитану корабля. Леш, ну у тебя космолет просто вообще. Да, можно отправляться в космос. Thank you.